семья, это группа людей, которые любят друг друга и иногда вынуждены делать то, что не совсем хочется, но поддерживают и любят. Семья – это для меня главное. Важно, чтобы была гармония. У каждого свои задачи, у каждого свои взгляды. А самое главное – уметь договариваться между собой. Семья – это когда два человека находят друг друга. Вот. Когда два человека любят друг друга. И по-настоящему, да. Семья, наверное, это близкий тебе человек, с которым тебе комфортно, с которым ты живешь вместе. Любовь, понимание, взаимовыручка, возможно. Семья – это семья. Папа, мама, дети. Чем больше, тем лучше. Я вообще за традиционные ценности. Когда не родитель номер один, а родитель номер два. Когда есть традиционно папа мужского рода, мама женского. И детки. Это единение, это любовь, дружба, доброта. Семья. Ну, это, во-первых, союз двух людей, любящих, во-первых. И потом же все остальное, все дети, внуки и так далее, так далее. Семья – это одно целое. Там, где есть любовь, доверие, взаимопонимание. И люди смотрят в одну сторону. Тогда это семья. Маленькая ячейка общества. Да, общество, маленькая ячейка. Без семьи вообще ничего не будет.